paciência. Passing your seatbelts all time and secure it till a bank that must be banned.
Everybody might think that smoking is forbidden, including electronic smoking devices as well. A limited equipment smoke detectors and alarm. It can be asked you to use the elevators in the cabin or your seated, and to avoid gathering near the elevators and units. Safety regulations require all passengers to comply with all instructions, posted placards, and biometric information signs. Please do not leave your hand luggage unattended. You can find information regarding the world or contacts for news and the Panorama magazine. Thank you for your attention and enjoy your flight. Уважаемые дамы и господа, ваша безопасность и комфорт очень важны для нас. Поэтому прежде всего мы советуем держать ремень застегнутым на протяжении полета, поскольку может возникнуть внезапная турбулентность. Также постоянно держите ремень безопасности на определенной поверхности леда, когда вы отдыхаете. Напоминаем, что курить и пользоваться электронным устройством для курения запрещено. Все туалетные комнаты оборудованы детекторами дыма и сигнализацией. Мы любезно просим, чтобы во время полета вы использовали туалетные комнаты, расположенные в вашем салоне. Пожалуйста, воздержитесь от курения вокруг них, а также в зонах бортовых кухонь. Правила безопасности требуют пассажиров соблюдения инструкции экипажа, для туалета и световых домов. Пожалуйста, не оставляйте